Йо-хо-хо, друзья, с вами Владимир, канал Гильдии Гейм, и мы продолжаем прохождение The Elder Scrolls Online Greymoor. Вот. Так, я бы, честно говоря, посох бы как-нибудь убрал. Можно его убрать? Может, на J нажать? Может... Это еще что за херня? А, на Z нажимаете. Ладно. Я просто хотел превьюшку сделать, тут классный пейзажик, вот прям очень. На превьюшку прям пойдет очень сильно. Вот так вот. Так, теперь... Давай все-таки посмотрим, что в этом доме. Здрасте, до свидания. И отправимся в последний лагерь. Че-то Фенриал никак не хочет слетит уходить. А, домик-то закрыт. Че тут, тяжелый мешок. Драконий шип. Конечно, заберем. Блин, закрыто, жалко. Погромче целиного предела. Давай на ней еще покачаемся. Давай еще на ней сейчас. Да, ничего, обойдешься ты. Так вот. Да давай спустимся, посмотрим, что там может в кораблях что-то есть. Да, отправимся в последний лагерь. В черном пределе. Я думаю, вот тут недалеко есть, значит, святилище, который нас очень быстро переместит в черный предел. Будет такая неплохая ведьминская. Так, краб. Давай подберемся туда, посмотрим, что там такое. Можно рыбу ловить. Ладно, не будем пока. Что тут? Что-то нихера нету. Мотыльки летают, отлично. Давай вот этих убьем. Здрасте, я еще вас завалю до комплекта, чтобы... Так, этот готов, смотри-ка. Слабый глиф электричества и сыворотка какая-то нам досталась. Бля, как-то вас много стало. Эй! Да неужто ты своим мечом ничего не делаешь? Я тебя раньше завалю. У меня большой посох. Отлично, ее можно обо... Стой! Отлично. Золотишко. Так, там что-то нехилое такое происходит. На Z, оказывается, убирается все это дело. Пойдем в святилище. Коняшку давай вызовем. На полной скорости доберемся. Да-да-да, конечно, до свидания. Опа, а это что такое? Клен. А, ну это просто рубит. Это просто дрова какие-то. Так, нам надо как-то выбраться вот туда. Кажется, мы с тобой не по дороге пошли. Тут у нас зверюги всякие повстречались нам. Хватит жрать мою лошадь! Фу! Сволочи! Чего? Вот вы твари такие, а? Фу, брысь! Плохой котик! Плохой! Ты куда собрался-то? Я тебе не добил. Так, куда-то сюда. Какие шустрые, а? И сразу бежать, а? Чё-то за... Финёк. Финёк, короче. Так, вот он, святилище. Давай-ка отправимся в черный предел. Посмотрим, что там за последний лагерь, и посмотрим, что там дальше по сюжету. Все-таки хотелось бы закончить его. Вот дорожка святилища великанов у нас. Так, нам нужен черный предел. Ой. Это боевая лошадь. Черный предел. Это что? Подземелье каменный сад. Это... Может, это... А, ну вот, смотри. Отправиться в черный лагерь в черном пределе. Значит, вот сюда сейчас мы перемещаемся. Удобно, удобно. Вот так разберешься полностью и нормально с перемещениями. С быстрыми.
Будем свитки пилить дальше. У меня там еще есть планы по... Значит... По Даггерфоллу. Надо его закончить. Сейчас мы, значит, с тобой побеседуем. Ух ты, здравствуй. Ни хрена себе. Давай побежим пешочком. Да, у меня есть планы по Даггерфоллу. Вот, нужно закончить прохождение квеста. Чуть-чуть... Ага, железная руда. Так, это лагерь куда-то туда. Это что такое за место? Так, это еще какой-то квест один. Черный предел, убежище в гроте. Ага, ну ладно, потом. Попозже потом побродим по всяким квестам. А ты что такой за хуйта? Да, бля. Заберем, продадим. Вот, значит, потом у меня есть... Так, ага. Фалмер ночной охотник. Не дают прохода. Не обыскать. Вот, потом кучек... А, потом, значит, остров Саммерсет надо пройти тоже мод к Скайриму. Да, закончить его, посмотреть, что там... Какие квесты еще на этом моде остались. Вот, закончить его. И у нас там еще будет, значит, Ригмар из Серодилла. Квест такой очень интересный. Вот, а также еще было бы посмотреть неплохо Бьонг Брума. Это, значит, квест, который... Вампир темный клинок, давай его завалим. И чё? Да слышь, ты не охренел? Хватит сосать-то. Гони золотишко-то своё. А, да, и еще один очень неплохой такой квест есть. Где это место? Медведь-вампир. Что-то он не хочет умирать. Так, а вот он и замок. Мы, и этот мы почти пришли. Чего? Подпоклить эти мрачные буи и то, что они делают с моим народом. Чего? Я шла разоблачать планы Серой Рати, но что я увидела? Добропорядочных граждан, которые попали под влияние мрачной буи, которых удерживают против их воли ради какой-то сомнительной цели. Неважно, скольких я их освобожу, помраченные все равно не уйдут отсюда. Тебе удалось разведать обстановку в лагере Серой Рати? Я только этим и занималась, и еще пыталась уговорить этих одержимых покинуть лагерь. Обраченные, буря лишает их воли и разума. Однако проникнуть вглубь лагеря мне так и не удалось. Нам нужно выяснить, что за сильную бурю собирается вызвать Серая Рать. Согласна, похоже, в лагере много военачальников Серой Рати, так что надеюсь, нам удастся узнать их планы. Однако надо быть осторожнее, я не хочу, чтобы мы, как и помраченные, стали пищей для этих ублюдков. Расскажи, что ты заметила, когда осматривала лагерь? Я узнала многого интересного с тех пор, как попала сюда. Все шепчутся о некоем Раде Аль-Саране, пепельном владыке. Помнишь, ты нашел послание? Так вот, в нем тоже упоминается это имя. Мы должны попасть туда и разузнать обо всем подробнее. Любопытно, что здесь делает Серая Рать? Прячется, собирает силы, копает, мешает нашей жизни. Думаю, это определение вернее всего. А еще Серая Рать собирается помраченных. Собирает, будто скот, творит с ними немыслимые вещи. Тебе точно следует здесь быть, принцесса? Я знаю только одно, я должна попробовать. Если отец отказывается действовать, я сделаю все сама. Так, так хотела бы и моя матушка. Ну ладно, пойдем. Что там надо сделать? А, надо... Что, разузнать о Серой Рати. Погнали. Давай будем красться тогда. Смотри, на подмостках давай послушаем этих вервольфов. Давай попробуем.
укрытие. Наблюдать. Я оставил распоряжение в своей палатке. Но желание пепельного владыки ясны. Нам нужно больше глубинного корня. Нужно немедленно отправляться в подземную рощу. Как вы скажете, Пентах? Подземная роща? Кажется, это что-то важное. Так, давай, значит, там подслушаем. Чё-то у нас да как. Не будем вот с этими связываться. Давай сюда пройдем. Что-то у нас... Там, у подъемника, давай послушаем. Где, у какого подъемника? Так где? Да я не вижу. Где слушать? Здесь, что ли? Блять, нас обнаружили. Нас не видят. А, вон там у подъемника, пойдем. Какая тут загадочная атмосфера. Что тут? Что это такое? Обрывок ткани. Эгар Зингали спал. Рада Аль-Саран, наш пепельный владыка, еще никогда не был так огорчен и разъярен. Как потеря Экзарха скажется на наших планах? Никак. Как только Экзарх Ульфра проверит новый ритуал подземной рощи, мы ударим по Салитьюду, как и планировали. Нападение на Салитьюд, нужно действовать быстро. Серорат явно планирует что-то серьезное. Давай поищем в палатках копии распоряжений. Да, смотри, что они тут делают, а? Где палатки? Так, куда-то туда надо. Давай-ка подстырим у них. Ой, какой ужас, а? Давай сюда. Сундук. Железный секир возьмем. А, на это учащаются пепельные бури. Экзархи, мои возлюбленные братья и сестры. О. Заберем. Чё это? Заберем тоже. Ценные вещи, я бы сказал. Куда мне надо? Куда-то туда. До свидания. А, вот в этой палатке. Блядская ты бродяга. А, вон распоряжение. Давай там посмотрим. Распоряжение для Серой Рати. Так, мои возлюбленные родичи, я не знаю, что сказать, Сангалис мертв. Его убийцы скрылись в тени, несомненно, они хотят помешать нашим праведным трудам. Уже ходят слухи о том, что они пытаются остановить распространение помрачения. Я больше не потерплю никаких помех на пути к достижению нашей цели. Моя семья будет избавлена от мучений, и даже сам Молок Бал не сможет меня остановить. В связи с этим мы должны ускорить работу. Все приготовления к нападению на Салитьюд нужно закончить как можно скорее. Убедитесь, что все необходимое для работы подземной рощи готово. Это место надежно спрятано. Внутри древнего кургана, который провалился под землю как будто специально для нас. Оно станет идеальным испытательной
Площадка для следующего этапа мрачных бурь. Экзарх Ульфра возглавит эту работу и подготовит призыв последней мрачной бури. Победа будет за серой ратью. Рата Аль-Саран, пепельный владыка. Ага. То, что нам надо. Давай поговорим вон там. Пойдем. Куда? Чё? Обыскать давай. Отмычка. Пустой. А тут еще есть? Ах ты скотина. А, ну это наш. Ну это типа это, игрок. Отмычку возьмем. Да нифига ж тебе. Ты настоящий бог, ты солитюда. Настоящий драконорожденный. Нет, или как там. Короче, пойдешь на превьюшку. Вот так вот, не, стой. Там вот это вот можно брать надпись-то? Блин. Нет, не катит. Вот так пойдет. Ладно, вот так пускай будет. До свидания. Я тебе на превьюшку сделаю. Так, значит, куда-то надо туда поговорить с ней. А, ну просто с ней поговорить. Приказы Рада Аль-Сарана, у меня от них мороз по коже. Полагаю, их планы не ограничиваются нападением на Солитьюд. Все гораздо серьезнее. Надо вернуться и разобраться, где находится эта подземная роща. Думаешь, Солитьюду и правда грозит опасность? Слышь, дай поговорю-то. It might even be more dreadful than an all-out attack. We need to get back and determine the exact location of this undergrove place. Ну да-да-да. Думаешь, Солитьюду и правда грозит опасность? Ты же видел, что произошло в Колд, в Килкрите и Картриче. Не знаю, что они готовят за Солитьюда, но явно все будет гораздо хуже. Как бы мне хотелось побольше узнать об этом Раде Аль-Саране и о том, что им движет. Он говорит так, словно считает свою армию семьей. С семьей чудовищ. Кто бы мог подумать, что вампиры и вервольфы способны объединяться, не говоря уж о том, чтобы считать друг друга братьями и сестрами. Это противоестественно. Надеюсь, приказы, которые мы нашли, дадут нам преимущество. Побывать в Черном Пределе — это, конечно, здорово, но мне уже не терпится снова увидеть солнце и небо. Эти пещеры хоть и большие, но у меня не покидает ощущение, будто нас похоронили заживо. Что еще мне нужно сделать? Мы пришли сюда, чтобы узнать, что задумала Серая Рать. Но Фену по-прежнему нужны сведения о том, как создаются медальоны и образец очищенного зелья из глубинного корня. Помоги Фену и Лирис в других лагерях, потом приходи ко мне в Солитьюд. А мы уже добыли сведения о медальонах и зелье из глубинного корня. Фен и Лирис ждут нас в Солитьюде. Отправиться в покой с Ваной в Синем дворце. Погнали отсюда. Так, как бы только отсюда выбраться? Ну да. Больше ничего она тут... Так, может быть как-нибудь... По-быстрому проскакать это место. А вон дорожка же ведь. Короче, в жопу. Здрасте, до свидания. Лошадь моя не хочет вызываться, прикинь. Стой. Чё там? А, это вы. Ой, началось, не поднимайте тревогу. Чего? Зарядная станция? Где зарядная станция? Зарядная станция колосса. А, это того колосса, который мы когда-то тут свалили. Так, давай-ка мы найдем... Давай-ка мы найдем дорожное святилище и свалим отсюда. Может быть, удастся что-нибудь продать. Что-нибудь купить. Ты кто такой? Вампир черный, темный клинок.
Да я тут не охренел совсем. Вот так вот. Ну все, вы там занимайтесь. Я уже этот этап миссии пробежал, прошел. Поэтому... Это нам тоже по миссиям бегут. Так, где дорожное святилище? Погнали. Прямо в Солитьют давай. Прямо из дорожного святилища, прямо в Солитьют. Че в бочках? Ничего нету. Так, где ж тут дорожное святилище-то? А, ну где-то недалеко. Колесо какое-то. А там что? А это что за херня такая? Светит. Какой-то камень. Ну-ка. Я тут, пожалуй, слезу. Небесный осколок. Ну, наверное, полезная вещь, раз он так ее прям проглотил. Понятно. У нас тут мать дымок. Не будем мамашу тревожить. Она может нам таких людей отвесить, что мало не покажется. Это у нас чего? Так, где же у нас дорожное святилище? Заблутаешь в этом месте? Мы на карту давай посмотрим. Ну, вот оно. Чё это? Поговорить с фигурой. Угу, так. А, ну не хочу я быстрые перемещения. Вот. Как-то вот так. Нам нужно просто добраться. Быстрые перемещения за целых 81 золотой. Вы тут-то не охренеете от жадности? А тут, в принципе, и выход есть, смотри-ка. Ну-ка. Да, есть выход. А есть дорожное святилище. Ну и давай воспользуемся дорожным святилищем. Так. Так, и значит, Солитьют. Солитьют, Солитьют. Там серный цверь, Сиродил. Сиродил даже есть. Надо бы сюда добраться. Так, нам нужен Солитьют. Тамриэль. А, это весь, вся карта есть. Классно. Чё это? Сейданин. Это Моровинд. Серый стылой скалы. Карантинного серка. Дозора Давона. Драконьего моста. Доков. А, можно приблизить. Да, отличный. Отличный способ перемещения. Похож на способ сил спрайдеров в Моровинде, только тут как-то при помощи дорожных святилищ. Наверное, телепортация тут магическая работает и все остальное. Квестов прям глаза разбегаются. Приехали. Смотри, квест, на квесте, квестом погоняет. Вот еще записки есть. Сигрет и крепкий телом. Прям охренеть вообще. Коняшку давай возьмем. А это что за херня такая? И лазун какой-то. Что за и лазун? Привет. Лазун разочаровался в ногах Солитьюда. Никакого сочувствия к тому, кто ищет потерянную сестру. Хоть и Лазун и бандарец, Каджит заслуживает элементарного уважения, даже среди чужаков. Какой и Лазун. И вот. Тоже записки сплошные. Так, куда мне... Так, это торговцы. А, ну здесь повернуть и все. Вообще, давай пройдем главный квест, а потом уже будет гильдия бойцов и все остальное. Главный квест, он как бы в приоритете. Стражница Скайрима. Да ладно, вот прям так.
Захватывающее приключение. Синий дворец. А потом мы, значит, отправимся в какой-нибудь другой регион Скайрима и там будем... То есть регион не Скайрима, а регион, значит... Погоди-ка, давай-ка на карту посмотрим. Погоди-ка. Карта. А, так, Тамриэль. Замок шипов. Чё это? Берега великанов. Мор Казгук. А, ну это этот самый. Западный Скайрим. Это у нас чего? Это Северный Маркарт. Бля, тут же Маркарт добавили. Маркарт добавили. Точно. А, ну тут, короче, нужно будет маркер дополнение получать. Угу. Ну, маркер-то это платное дополнение. Ну, хорошо, в принципе, можно будет его тоже докупить. В кронном магазине. Так, с областями в кронном магазине. Ага. Так, погоди-ка. Тамриэль, давай-ка еще посмотрим, что тут есть. Вот, Даггерфолл. Так. А, смотри-ка, фигура в капюшоне в Даггерфолле. Давай-ка ее встретим. Посмотрим на Даггерфолл, потом вернемся в Солитьюд. Нам надо поймать эту фигуру в капюшоне, потому что она какая-то неуязвимая. Глинумбра, самая западная область Хайрока, находятся города-государства Даггерфолл и Камлорн, огромное кладбище собора Бидра, дикая ведьмина топь, гленумбрийские пустоши и леса Дении. Да. Сейчас мы на Даггерфолл посмотрим. Ну и на превьюшку вот это пойдет. Даггерфолл найден. Так, давай-ка посмотрим. А вот фигура в капюшоне. Можешь это поверить, дракон на твоей родине. Хаджит не знает, но надеется, что его семья в Риверхолде безопасности. Конкордия Мирицы. Нет, погодите-ка, где фигура в капюшоне? Это не тот чувак. Где? Поговорить? А где я? Так, вот я, а вот фигура в капюшоне. То мы ее тогда искали, эту фигуру. Нихера тут, смотри, сколько квестов. Нам, в принципе, и маркер пока не нужен, пока не пройдем все квесты, которые здесь есть. Давай посмотрим, что там за фигура в капюшоне, пока она не свалила никуда. Заодно мы в Даггерфолле. Ну, как бы, этот Даггерфолл, я бы сказал, получше, чем тот Даггерфолл, который в дополнении к The Elder Scrolls 5 Skyrim. Ну, такое дополнение сделали. Ну, там, как бы, может быть, первый... А, не, ну, хотя, погоди. The Elder Scrolls Online это как бы предыдущее, вот замок Даггерфолла, а, то есть собор Даггерфолла. Классно. Это же ведь не будущее, это даже прошлое. А вон замок Даггерфолла. А вот и фигура в капюшоне загадочная. Где она? Вот она. Она нас зовет. Фигура в капюшоне. Приветствую, мой благодетель желает поговорить с тобой о проблеме, которая может повлиять на судьбу нашего мира. А что нужно твоему благодетелю? Думаешь, мой благодетель стал бы посылать гонца, если бы желал обсудить проблему у всех на виду? Нет, он хочет поговорить тет-а-тет. Хорошо. Мой благодетель ждет тебя неподалеку, поторопись. Хорошо, я пойду. Так,
Так, поговорить с благодетелем. А это где? А где благодетель? Давай-ка посмотрим. Благодетель. А, он даже здесь. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А вот эта фигура. Что за... Чего? На такое я не договаривался. Это случайно не Мани Марка? Нихуя себе. Интересненько. Тюрьма Стенаний. Тамриэль остался позади. Вы удаляетесь от неизвестного вам мира. Это где это я вообще? Найти способ сбежать из хладной гавани. Чего? Это я где? Нихуя себе. А как я отсюда сбегу? Тюрьма Стенаний. Эй, там, ты цел? Меня зовут Лирис. Надеюсь, у тебя еще остались силы драться, тебе не понадобится. Но как бы я же ведь с тобой уже знаком. Подойди к Лирис. Мертв, видать, этот был самый чахлый. Держи оружие наготове и не зевай. Здесь полно сюрпризов. Одолеть тюремного стражника. Так, следовать за Лирис. Шевелись, впереди нас ждут еще доэдра. Ни хрена себе, это что такое? Какая-то интересная вещь. Хоть новое дополнение, что ли? Не останавливайтесь, бегите дальше, сюда идут стражники. Ладно. Надо двигаться дальше. Вот это вот интересненько уже. Опа-на, это что у нас? Следовать за Лирис. Да они какие-то слабые. Пойдем дальше. Давай убираться отсюда, друг. Пророк. Приветствую тебя, отголосок. Я, как и ты, узник этого места. Ты должен спасти меня, а я, в свою очередь, должен спасти тебя. Поговорить. Подожди, нам надо поговорить. Он тоже узник этой тюрьмы. Он подверг себя огромной опасности. Заговори с тобой, пусть и всего на минуту. Должно быть, он думает, что ты сможешь им, мне помочь. Помочь в чем? В том, чтобы вытащить его отсюда, разумеется. Поверь, помощь мне просто необходима. Этот слепой старец единственный, кто сможет помочь нам вернуться в домой, в Тамриэль, очень далеко отсюда. Что будем делать дальше? Эти туннели выведут нас к башням глаз, а там мы найдем часовых. Что еще за часовые? Магические устройства, которые Мулакбал создал, чтобы наблюдать за хладной гаванью. Часовые связаны между собой. Если уничтожим одного из них, остальные ослепнут. Если повезет, это даст нам время освободить пророка. А как его уничтожить? Понятия не имею. Может разбить на мелкие кусочки, но мы что-нибудь придумаем. Обязательно. Будь готов ко всему. Вряд ли Мулакбал оставил часовых без охраны. У меня так много вопросов. Еще бы, я постараюсь тебе ответить. А кто такой этот пророк? Он, конечно, со странностями, но человека мудрее него я в жизни не встречала. У него бывает видение о настоящем и о будущем. Где я? Что это за место? Ты больше не в Тамриэле, это точно. Вспомни самое унылое, самое гнетущее место из тех, где тебе довелось побывать. Так вот, по сравнению с хладной гаванью, это место настоящий рай. А в довершение ко всему, давай даже не знаю, как тебе сказать. В общем, ты мертв. Как же тогда мы с тобой разговариваем?
Не знаю, как мы спасем пророка, он расскажет тебе о богах и о том, как все устроено в Обливионе. А я, если честно, ничего в этом не смыслю. Если я мертв, кто убил меня? Некто по имени Манимарка, его культ Черного Червя совершает некое подобие ритуала в Тамриэле. Они принесли в жертву тебя и всех, кто находился в этой тюрьме, князю Даэтра Молагу Балу. После твоей смерти все, что от тебя осталось, оказалось здесь. Они называют тебя душелишенным. Что это значит? Это значит, что теперь ты раб, и что ты навсегда остаешься здесь, в Хладной Гавани. Трудиться под плетью Даэдра, если, конечно, не решишь пойти со мной. Ты тоже мертва? Нет, меня они приносили в жертву. Мы с пророком попали сюда обычным способом. Если можно так выразиться, но мы здесь такие же заключенные, как и ты. А как нам спасти пророка? Это будет непросто. За тюрьмой следят магические устройства, именуемые часовыми. У нас не будет ни единого шанса, разве что если ослепить их. Я расскажу тебе подробнее, когда мы до них доберемся. А если мы так и будем стоять на месте, то не доберемся до них никогда. До свидания. Ну, давай попробуем. Надо двигаться дальше. Кровоточащаяся кузня. А ну свали нахрен от него. Но я отсюда попал с оружием. Не просто так. Опаньки, дай чё-нибудь. Так, неплохо, друг. Клянусь бородой Аркея, драться ты умеешь. Но да. Бог жестокости уже знает о вашем побеге. Торопитесь. А, уничтожить часового Хладной Гавани. Одеть он. Это вот этот? А, нет, это кто-то еще. Бог Верламустов может заглянуть в любой уголок Хладной Гавани. Нам надо его отвлечь. Речь, кто такие? А, вон того надо уничтожить, понятно. Ты у нас Дремора Керл. И вопрос, завалим тебя. У меня целая коллекция луков. Это кто такой? Ага. Так, и... Вот это что такое? И чего? А, уничтожить часового Хладной Гавани. Куда-то сюда надо. Постарайся не привлекать себе внимания. Мы только что оттуда выбрались. Не хватало только, чтобы нас снова туда поймали. А где часовой? Это вот этот? Я постою на страже. Добраться до камеры пророка. Давай попробуем. А где камера? Быстрее, надо добраться до камеры пророка, пока страж ничего не увидит. Ты еще кто такие? А, ну это тоже ребятки. Так, мне туда. Лошадку здесь не вызвать, к сожалению. Так, куда-то сюда. А, вот эта камера. Да вы ж меня оживите, правильно? Смертное ничтожество, тебе никогда не выбраться из моего царства. Язык Хермаморы, дверь запечатана. Через нее мы внутрь не попадем. Поговорить с Лирис. Давай попробуем. Проклятие, должно быть, после уничтожения часового сработали защитные чары. Нам придется найти другой путь. Может быть, Кэтвелл сумеет нам помочь? Кто такой Кэтвелл? Кэтвелл самый старший душелишенный. После многих лет мучений душелишенные обычно сходят с ума и дичают, но не Кэтвелл. Он был сумасшедшим еще до того, как покинул Тамриэль. Безумный, как болото с лягушками. Но совершенно безвредный, ты сам все увидишь. Чем нам сможет помочь безумец? Кэтвелл видит вещи такими, какими хотел бы их видеть. Для него Хладная Гавань — чудесное место, это его дом. И он знает, как...
ее как свои 5 пальцев. Он частенько бывает у реки. Пойдем, поищем его. Давай попробуем. Так, давай-ка, наверное, на следующей серии его найдем. Вот. Довольно-таки такая интересная квест у нас начался. Подписывайся на канал, ставь лайк, вставляй комментарии. С тобой был Владимир, канал Гильдии Геймеров. Гильдии Гейм, да. Старое название Гильдии Геймеров. Вот, и встретимся в следующей серии.